Всем привет, дорогие друзья, с вами город Алиэкспресс. Лето, жара, безумная жара, и чтобы хоть как-то было комфортно находиться дома и приятнее дышалось, я заказал вот такой вот увлажнитель воздуха. Это два в одном, и домашний, и автомобильный. То есть можно его брать с собой и посредством пауэрбанка его включать. Брал я его в персиковом цвете. Мне он показался интереснее, чем просто белый. Тем более, что по отзывам люди, которые брали белый, писали, что потом он со временем становится серым. Давайте проверим, посмотрим, как он работает. Итак, набрали воду по меточку и включаем. Видно вам или нет? Может быть, без подсветки будет видно. В общем, пошел процесс увлажнения. Действительно, такое прохладная струйка. Действительно тихий, без звука, как и заявляет представитель. То есть его можно даже в детской использовать. Давайте посмотрим на потребление. 330-340 миллиампер потребление идет. Вот. И его можно использовать в USB компьютера, можно использовать в USB автомобиля, то есть везде, где хотите, можно использовать. Прикольная штука. Сейчас давайте выключу вентилятор. И вот, и не слышно, да. Но тогда хорошо увлажняет. Рука так, прохлада такая. Ух, это классно. Мне нравится. В общем, ссылочка на эту радость Humidifier будет в описании. Это лучший из вариантов увлажнитель. Еще и работает от USB. Можно взять с собой на природу. И, в общем, он прикольно. В общем, по характеристикам 330-340 миллиампер берет. Возможно, дойдет до 350 со временем. Далее хватает всего бачка с водой на 30 часов работы. К сожалению, эта версия простая, без таймера. Но, в принципе, я вам хочу сказать, что раз в сутки менять воду, доливать просто холодненькую. Плюс можно сюда бросать лед. И плюс, что немаловажно, можно сюда какое-нибудь масло запахом капать. И оно будет распылять приятный запах по всей комнате, по всей квартире. В общем, хватает его полностью на одну комнату. Мне нравится, хорошая штука. Всем рекомендую. Берегите себя, следите за своим здоровьем. Я прощаюсь с вами. Пока.